Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 16. Кришна наказывает змея Кали. Текст 19. Антархраде буджага бхога паритамарат. Антархраде буджага бхога паритамарат. Кришнам нирихам упалабья джалашаянте. Гопамшча мудха дишанан паритах пашумшча. Гопамшча мудха дишанан паритах пашумшча. Санкрандата парамакашмалама пуравта. Санкрандата парамакашмалама пуравта. Перевод. Поспешив к берегу Ямуны, они еще издали увидели заводь, а в ней Кришну, зажатого в кольцах черной змеи. Потом они заметили мальчиков-пастушков, лежащих на земле без сознания, и коров, стоявших на берегу и жалобно мычавших в разлуке с Кришной. Увидев эту картину, обитатели Вриндавана пришли в смятение. Горю их не было предела. Комментарий. Охваченные паникой и горем, жители Вриндавана пытались понять, что случилось. Затащил ли Калия Кришну с берега в воду, или же Кришна сам спрыгнул в заводь, и там змей поймал его. Они ничего не могли понять, а пастушки, лежавшие бездыханными, не могли рассказать им о том, что случилось. Коровы и телята, плача, взывали к Кришне, и, видя все это, жители Вриндавана впали в отчаяние. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутали своям рупа кадамаям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа сингупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине. Антархраде Буджага Бхога Паритамарат Кришнам Нирихам Убалабхья Джалашаянте Гопамшча Мудха Дишанан Паритах Пашумшча Санкрандатах Парамакашмалама Пурартах. Поспешив к берегу Ямуны, они еще издали увидели заводь, а в ней Кришну, зажатого в кольцах черной змеи. Потом они заметили мальчиков-пастушков, лежащих на земле без сознания, и коров, стоявших на берегу и жалобно мычавших в разлуке с Кришной. Увидев эту картину, обитатели Вриндавана пришли в смятение, горю их не было предела. Итак, мы читаем 16 главу 10 песни Бхагавата. Кришна наказывает змея Калию. И здесь описывается состояние жителей Вриндавана, которые оказались на берегу Ямуны из-за этой вот печальной вести. Они поспешили туда и увидели там эту ужасную картину, что их любимый Кришна зажат в кольцах этой огромной змеи, вот, а на берегу лежат эти бездыханные пастушки и беспомощные коровы там мычат. Достаточно такая драматическая сцена, и здесь говорится, что горю их
не было предела. Артах, огорченные. В 7 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает 4 категории живых существ, которые обращаются к Богу. И одна из них – артах. Арта – это обозначает тех, кто в беде. И фактически это означает, в беде находятся те, кто в невежестве. То есть по невежеству люди попадают в беду. Потому что как можно в мире Бога, который полон изобилия, оказаться в состоянии бедности или беды? Это нужно вообще чрезвычайно ухитриться, чтобы в идеальном, в совершенном мире, где вообще все в изобилии находится, чтобы в этом мире оказаться вдруг в совершенно каком-то глупейшем состоянии. Это нужно быть полным, идиотом, собственно говоря. То есть нужно быть в невежестве, чтобы в идеальном мире оказаться в состоянии страдания, бедности, болезни, чего бы то ни было. То есть нужно быть в глубоком, достаточно сильном невежестве, чтобы в этом состоянии оказаться. И тем не менее, многие в этом оказываются, за невежеством. И эту категорию людей Кришна называет арта, те, кто в беде. И это же самое слово мы встречаем здесь, по отношению к жителям Вриндавана. Возникает вопрос, это одна и та же категория? Или это просто одно и то же слово, но немножко в другом значении? А совершенно очевидно, что жители Вриндавана, которые в данном случае названы арта, те, кто в беде, это не жители материального мира, которые из-за невежества попали в какое-то такое состояние в мире полного изобилия, они оказались в нужде. Не это имеется в виду. В данном случае описывается их эмоциональное состояние не в связи с материальным миром, не в связи с их собственным благополучием, описывается их состояние в связи с Кришной. То есть в данном случае вот это вот арта, огорченный или оказавшийся в беде, это не по их плохой карме, не в связи с тем, что им чувственного наслаждения не хватает, они теперь в беде находятся. Это их духовная эмоция, которая указывает на их разлуку с Кришной. Вот. То есть живые жители, оказывается, духовного мира тоже могут пребывать в состоянии огорчения. Но это не огорчение, состояние невежества, которое вот в материальном мире встречается. Это огорчение является формой проявления их божественной любви. То есть все те эмоции, которые мы испытываем здесь, они присутствуют в духовном мире, но в связи с Кришной. То есть они там не являются оскверняющими, они там не являются следствием невежества какого-то. То есть это говорит о том, что в духовной жизни, в отношениях с Кришной живые существа испытывают весь спектр эмоций. То есть нам кажется так, что в этом материальном мире вот у нас здесь четко на одном краю несчастье, на другом краю счастье. И мы должны вот из этого состояния несчастья перейти в состояние счастья. И теперь мы счастливые, и все. И как бы никакой другой двойственности нет. Вот, то есть это наша вот динамика в материальном мире. Но по нашим представлениям, духовный мир, вот он такой, все только вот улыбаются и так далее. Здесь описываются другие эмоции, негативные. Но то есть они там были в состоянии горя, смятения, переживания, там истерика вообще была там с этой Яшодой. Вот. То есть как это можно назвать желанным состоянием? Это невозможно назвать желанным состоянием. Я иду в духовный мир, чтобы там быть в состоянии чего там, отчаяния, огорчения и так далее. Мне этого здесь хватает. Да? Вот. То есть совершенно очевидно, что эти эмоции, которые испытывают живые существа там, это не есть часть эмоциональных эмоций. Это часть духовных переживаний в связи с Кришной. То есть любовь к Богу, она в очень широком спектре переживаний. И от состояния глубокой радости до состояния глубокой печали – это все форма любви, потому что это в связи с Кришной. Вот, то есть это вещи совершенно другого порядка, хотя здесь они, может быть, названы даже одним словом – арта, огорченные. То есть они были огорчены, если здесь, в этом материальном мире, человек что-то потерял, понятное дело, что он огорчен, его стандарт жизни снизился, чего-то у него не хватает, в дефиците. А в духовной реальности живое существо огорчено, когда Кришна ставит, как какая-то ситуация оказывается. И совершенно очевидно, что Кришна устраивает все эти ситуации для того, чтобы разнообразить
жизнь своих преданных, чем разнообразить именно вот этими вот разными эмоциями. Вот, если вам каждый день давать одно и то же блюдо с одними и те же вкусами, сколь бы оно ни было прекрасно, это блюдо рано или поздно вам захочется чего-нибудь эдакого, другого. Да? Вот, поэтому, как говорится, разнообразие – мать наслаждения. Вот, и Кришна тоже варьирует вот этот спектр эмоций в духовной жизни. И в какую-то часть дня эти обитатели Вриндавана они испытывают огромную радость встречи с Кришной, в какую-то часть дня они испытывают боль разлуки с Ним. И это вот меняющееся, так сказать, настроение, меняющееся переживание, вот это говорит о том, что духовные чувства и само понятие, понятие любви к Богу, оно такое эмоционально очень-очень разнообразное. И сейчас мы читаем о том, что оно может быть иногда таким напряженным, даже где-то вот напоминать некое какое-то горе, или такой драматический накал здесь присутствует в этой ситуации. Вот. Но это, как я говорю, не есть проявление материи, материальных эмоций, это все проявление чувства любви к Кришне. То есть Кришна стал целью их жизни, то есть центром и целью их жизни, вокруг него все происходит это. Вот в этом, собственно говоря, и состоит совершенство души, очистить свои эмоции от всех этих эгоистических тенденций, эмоций, которые сейчас мы переживаем в связи со своим телом, в связи со своими какими-то временными отношениями, в связи со какой-то материальной временной ситуацией. Эмоции просто переключаются на духовную сферу, на сферу вечных отношений с Кришной. А так они остаются теми же самыми, только они становятся чистыми. То есть они больше, в них нет больше примеси невежества. Невежество обозначает, что я отдельно существую сам по себе, вот я центр. Это главное невежество обозначает «я центр». А знание или подлинное состояние вещей обозначает «Кришна-центр». И когда Кришна в центре, и я где-то там вокруг него совершаю какие-то действия, я занят каким-то служением, теперь я могу испытывать любой спектр эмоций, и негативных, и позитивных. Это не имеет большого значения, это просто будут различные трансформации любви, но в связи с Кришной. Итак, вот это вот, собственно говоря, с точки зрения гаудия-вайшнавизма и есть цель, к которой мы стремимся. То есть мы не пытаемся достичь какого-то искусственного состояния «Ом, шанти, шанти, шанти», чтобы все был такой покой и все. Покой обладает определенной ценностью, он нужен для того, чтобы наш разум успокоился, когда какая-нибудь конфликтная ситуация возникает, люди начинают так очень напряженно что-то такое обсуждать. Вот, какой-нибудь человек может появиться и сказать все там «шанти, шанти, успокойтесь, успокойтесь». Да? То есть, когда он говорит «успокойтесь», это не обозначает, что покой – это какая-то вот самоценность, «успокойтесь навсегда», да, там, «покойтесь с миром», да, это на могилах так пишут. Да? Не это он имеет в виду. Он имеет в виду вот этот вот негатив уберите, успокойтесь. Да? Вот, но это не обозначает, что этот вот шанти, мир, он какой-то такой самоценный, без каких-либо других вот эмоций позитивных. Вот, поэтому все имеет определенное значение, но мир, он имеет ограниченную ценность. Допустим, почему люди ценят мир? А потому что, когда состояние мира, можно заниматься какой-то позитивной деятельностью спокойно. Вот когда мы боремся за мир, когда где-то вот назревает опасность войны или где-то война уже идет, мы говорим, необходимо войну прекратить. Почему? Потому что война обозначает разрушительную деятельность. Бомбят, убивают, все. То есть людям нравится, когда что-то построили, когда что-то новое появилось, когда человек родился. Вот этим вещам они радуются. А когда кто-то умер, кого-то убили, что-то разрушили, никому не нравится. То есть невежество, оно враждебно нашей природе, чуждо нашей природе. Вот поэтому, когда где-то такое вот активное разрушение идет, люди возмущены, они говорят, мира, 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 пусть будет мир и покой, то есть борьба за мир, давайте перемирие хотя бы какое-нибудь. Да? То есть это имеет некую ценность, как антитеза вот какой-то негативной деятельности. Но в целом мир, он не обладает какой-то самоценностью, он просто является платформой для позитивной созидательной деятельности. Вот какова его ценность. Вот поэтому умиротворение ума, спокойное какое-то состояние, оно просто является основой для позитивной деятельности, а не самоценность. Некоторые же думают, что именно вот это вот прекращение всякой эмоциональной деятельности не может быть целью. Поклонение Богу, они считают, не может быть целью.
Мне вчера один какой-то индус, как я понял, он слушает лекции мои на сайте, видимо, он живет в России, русский знает, не знаю что. А прислал какой-то там, значит, ссылку на какой-то ролик, он говорит, вот послушайте, посмотрите, замечательное интервью какого-то современный какой-то индийский там проповедник, садгуру какой-то, он очень хорошо объясняет, почему, значит, вот индуизм запрещает есть мясо и так далее. Думаю, ну, интересно, посмотрю. Вот, значит, открыл его, ну, там, на английском, какая-то передача популярная, видимо, популярный человек какая-то там, он сидит в кресле на фоне там каких-то полок, там, ну, книги его, видно его портрет же, какая-то книга, что-то он там написал. Ну, видимо, так сказать, некоторая легкая как бы самореклама, то есть все это одновременно. Такой очень благообразный, старец, все как полагается, там белая борода, загадочный вид. Ну, такой достаточно, ну, такой производит впечатление. Сначала он производит впечатление очень благостного такого человека, разумного. И женщина напротив него сидит, это, которая у него, собственно говоря, интервью, ведет беседу, типа ток-шоу такое, да. Вот, дама такая, значит, в каком-то там пинджабе, ну, в таком современном таком, нога за ногу, такая короткая стрижка, ну, то есть такой западный стиль, все независимое такая, со всякими там шутками-прибаутками. Вот, и, значит, она его спрашивает, видимо, там какой-то разговор идет. Сейчас же премьер-министр этот вот Нарендра Моди, он такой очень... фундаменталист, можно сказать, он хочет там, по-моему, запретить это бойни, вот эти вот, значит, чтобы там коров не убивали. Ну, на таком, на серьезном уровне все эти вещи проталкивают, как бы такой. И многие беспокоятся, в том числе индусы. Вот эта вот женщина спрашивает, а что, говорит, вообще, до каких пор, вот, скажем, вот эта вот какая-то вера и так далее будут влиять вот, ну, на политические решения, на нашу индивидуальную свободу. А почему вот мы не можем сами выбирать, да, что нам есть, что не есть? Почему нам на каком-то вот законодательном уровне, основываясь на какой-то там непонятной вере, да, пытаются вот некие догмы вбить? Ну, это такая с некоторым как бы духом возмущения, да? И он ей говорит, так бы начало было все благостно. Он говорит, да вы успокойтесь, все хорошо. А корову нельзя есть, он говорит, ну, начинает правильно, там, что вот она мать, там, то да сё, вот, что тем более это такое развитое существо, оно испытывает эмоции, если у вас дома какое-то горе, корова тоже будет с вами вместе плакать, он объясняет, все очень хорошо так все объясняет, вот, и чувствуется какое-то такое одобрение, там, поддержка из зала идет. И так он все хорошо очень, так сказать, сначала начал, мне так нравилось, а потом дальше больше, значит, они начинают, у них так как бы разговор уже немножко в другое русло, значит, пошел, значит, про рай, ад, там, про какие-то возможности. Он говорит, вот мы выросли на идее кармы, что за всякое действие приходят какие-то определенные последствия. Она так кивает, да-да-да, мы знакомы, что такое карма. Хотя она говорит, я по большому счету не верю, особенно, говорит, в ад или рай, хотя, говорит, если, конечно, они есть, я, говорит, скорее всего, в ад попаду, и так, ха-ха-ха, такая шуточка у нее, да, вот, ну, видно такой, в ней какое-то такое напряжение, какой-то такой скептицизм, то есть человек такой в отрыве от культуры традиционной, то есть, ну, какой, дитя уже современной такой цивилизации. И вот так вот смотришь на все эти вещи, начинаешь понимать, что чем меньше у человека шансов попасть в рай, тем, естественно, меньше он не уверен. И чем больше у него шансов залететь, так сказать, в ад, вот, тем тоже они, естественно, меньше в него верят, потому что, ну, как бы сам инстинкт самосохранения, он не позволяет допустить эту идею, и в уме срабатывают какие-то такие вот механизмы, что нет, ну, я же хороший, просто я свободный человек, вот хочу, что хочу, то и делаю, да. То есть такие шуточки про рай и ад, что это все типа там сказки, так сказать, для невежественных и так далее. Вот. И тут он дальше начинает развивать эти все идеи, он говорит, ладно, говорит, оставим рай и ад. Он говорит, вот эти все догмы, если, скажем, человеку просто сказали какую-то вот, ну, догму, да, божественную, вот, то он говорит, она замораживает разум человека, что он не может мыслить самостоятельно. Вот. А он говорит, главная же цель нашей цивилизации, вот индийской, он говорит, это достижение освобождения, мокша, он говорит, это самое главное. Бог, он говорит, Бог не является целью нашей цивилизации, нигде. То есть он как бы не, во время своей этой речи, он ни разу не сослался там на шастры, что-то еще. Он совершенно уверенно утверждает, что в нашей вот ведической индийской цивилизации, он говорит, Бог не является целью.
Он это несколько раз подчеркнул. Бог не является целью. Он говорит, целью является мокша, достижение освобождения. То есть, вот он говорит, вы говорите о каких-то индивидуальных свободах. Что там индивидуальные свободы? Наша цель – окончательное освобождение. Так он говорит. Я думаю, так уже интересно, что-то такое. Бог не является целью. И дальше он приводит очень интересный пример. Он говорит, допустим, у меня есть ашрам, да? И вот если я вас приглашу в свой ашрам, какой-то должности, допустим, я вас приглашаю в роли какого-нибудь там сантехника, да, чтобы вы занимались там этим вот хозяйством и так далее. Но не дам вам ни одного инструмента. Вот, и что вы будете делать? Вы себе там все ногти пообломаете, руки все пообдерете. Что вы там будете? Зубами там эти гайки закрутили, что? Говорит, вы без инструмента ничего не сможете сделать. И если вдруг после всех этих ваших мучений я вам дам инструменты, и при помощи инструментов вы так легко будете, так сказать, решать все задачи, там все эти ключи там, и так далее, какие-то гаечные, там какие-то другие инструменты. Инструменты вам помогут. Вы теперь будете инструментам поклоняться? Она говорит, нет. Он говорит, вот, говорит, Бог это всего лишь инструмент. Это всего лишь инструмент. А наша цель это мокша. Я думаю, ничего себе. Вот тема развернулась уже, да? Популярный, так сказать, современный проповедник, он ни разу не сослался ни на какие шастры, но он уверенно утверждает, что целью нашей культуры Бог никогда и не был, оказывается. Он никогда и не был. То есть, либо он сознательно замалчивает все эти вещи, либо он не знаком с Бхагавадгитой, с Упанишадами там, и так далее, где достаточно ясно, так сказать, Бог провозглашается именно не как инструмент, не как какое-то средство, а цель, Кришна в конце 12 главы Бхагавадгиты говорит, тот, кто сделал меня высшей целью, тот очень и очень дорог мне. То есть совершенно неоднократно такие утверждения приводятся в Бхагавадгите. Вот. И при этом он говорит, нет, Бог это просто инструмент. Вот. Если вам инструмент помог, что же будете инструменту поклоняться? Те говорят, ну конечно нет, ха-ха-ха. То есть как бы такая аналогия, да, что какой смысл поклоняться там какому-то Богу? Он говорит, а какой Бог, говорит, о каком Боге вы говорите? Вот вы сейчас сидите в аудитории, я уверен, что у каждого из вас дома там 25 богов стоит. И все ха-ха-ха-ха-ха. Он говорит, вот это индуизм, говорит. А почему вы, говорит, поклоняетесь 25 богам? Потому что вы не знаете, кто из них Бог. Поэтому вы на всякий случай всем поклоняетесь. Может, попаду кто-нибудь, как я бы это сказать, не проблема, да? Всех их на алтаре усадил, так сказать, всем им там пуджу совершил, что-то там пропел, и все. Наверняка кто-то из них точно будет Богом, да? Вот, он говорит, именно потому, что вы не знаете, кто такой Бог, поэтому вы и насажали там их всех у себя на алтаре, да? И вот таковы мы индуисты. И он говорит, на самом деле никто не знает, кто такой Бог. Понимаете, такие обобщения сразу. Вы же не знаете, кто такой Бог, правильно? И никто не знает, кто такой Бог. И Бог никогда не был целью нашей культуры. А цель нашей культуры – это освобождение. И вот такую песню он развивал, я так смотрю на него, и народ там аплодирует, все, о, джай. То есть вот это называется проповедь вне сампрадаи. То есть и ни у кого из аудитории не возник вопрос, скажите, Свамиджи, а вот то, что вы сейчас говорите, оно на чем основано? Вот это, какова ваша традиция, линия преемственности, какая сампрадая? Вы от кого-то сказать, вы чьих будете, что называется? Не возникает вопрос. То есть просто достаточно быть харизматичным человеком, понимаете? Достаточно быть талантливым писателем, что-то такое написать в духе времени, вот, отвечающее некоторым, так сказать, потребностям людей, как-то там некоторые какие-то элементы там истины, конечно, присутствуют, не без этого. Вот, и некий шарм, некая, так сказать, харизма. И все, если, так сказать, у вас презентабельная внешность, вы умеете говорить, вы там пару книжек написали, вот как-то там сумели раскрутиться, так сказать, на рынке, вот у вас есть там, может быть, какой-то ашам, какие-то последователи, все, дело сделано, вы, так сказать, уже, вы уже игрок, вы уже игрок, так сказать, на рынке, у вас уже образовалась своя какая-то группа, теперь вы можете, так сказать, уже там биться за место под солнцем, понимаете? Вот, то есть, но ни у кого не возникает вопрос, откуда, на чем основаны такие утверждения? Хотя я уверен, что многие люди про ту же самую Бхагавадгиту слышали, может быть, кто-то даже читал. Но как же они пропустили эти утверждения Кришны, где он говорит, что «я есть высшая цель». И это неоднократное утверждение, понимаете? А он говорит, нет такого. Нет такого в нашей традиции. И все так молча кивают, обозначают, никто не знает. Никто не читает всех этих вещей. Никто не знаком с тем, что такое сампрадая.
традиция, понимаете, что такое парампара. Вот. И вот и Прабхупада говорил, что вот эта проповедь в Индии, она говорит, очень важная и очень сложная, именно потому, что там так много вот таких вот всяких разных людей, которые, пользуясь какими-то своими природными талантами, они могут вот все так сказать изложить, что будет очень похоже на правду, очень привлекательно. Здесь нет идеи служения, нет идеи самопожертвования. Вот ничего этого нет. Бог – это просто какой-то инструмент. Неважно, кому поклоняйтесь. Главное, чтобы вы были, чтобы стали свободными. Вот все. То есть даже слова какие-то похожие он использует, которые используют в шастрах, но лепит из них свою какую-то совершенно другую философию. И люди неискушенные очень легко все это глотают, принимают, все. Садгуру. Садгуру – это обозначает такой вечный гуру, святой гуру, понимаете? Да? Вот, то есть люди не понимают, кто такой гуру. Что гуру – это тот, кто передает учение парампары. Нет такого значения. То есть гуру – это вот что-то такое, вот он сам по себе какой-то вот умный человек. Да? Понятное дело, что гуру, он должен быть умным, но он, его разум – это не только вот просто его какие-то там талантливые измышления или какие-то книжки написанные, а он слуга традиции. Он слуга традиции. В конце концов, он слуга Бога. Вот когда Шрила Прабхупада спрашивает, что такое идеальный учитель, он говорит, он слуга Бога. Он слуга Кришны, он любит Кришну, он может других научить любить Кришну. В данном случае мы смотрим через вот такое определение учителя, ничего и близко похожего нет. То есть человек берет какие-то общие понятия и выстраивает из них какую-то совершенно другую философию. То есть совершенно очевидно, что человека интересует собственная популярность, его интересует, так сказать, вот, имя, имидж там и прочие-прочие разные вещи. Вот, и от Бога, там сказать, там и близко ничего нету, да, то есть все превращается в такой очень тонкий материализм, ты будешь свободной личностью, вот, и эта ведущая такая счастливая, что вот ее, сказать, тезис о том, что никакие религиозные догмы, они не должны вмешиваться в личные свободы, что этот тезис получил какое-то легкое подтверждение. По меньшей мере, не было такого грубого опровержения. Она говорит, вот на этом мы закончим. С вами же спасибо вам за интересную беседу. Все там похлопали, там джай, на этом мы зашли. Все, урок окончен. Знаете? Шримад Бхагаватам класс такой прошел у них. Вот, то есть я слушал это все. Начало было такое достаточно неплохое. А потом, так сказать, чем дальше, тем больше он так это раскрывался и в конце концов раскрылся, да? Показал свое лицо. Вот. И я пришел в ужас не только от того, что он говорил, а от того, что люди это легко глотают, и никто, ни один, понимаете, ни один на достаточно большой аудитории не сказал, а вот вроде бы там в Бхагавадгите Кришна что-то другое говорит, вроде бы что как преданность, служение Богу, ни один, понимаете. То есть это говорит о том, что люди, даже находясь, в общем-то, в условиях Бхарата-варши, земли, где вот это вот знание наиболее доступно, умудряются заблудиться потрясающим образом. Да? И Кришна позволяет им это сделать, если они этого хотят. Да? Если они этого хотят. Да? Итак, вот эта вот видимая внешняя духовность, презентабельность, даже какая-то такая общественная популярность, что популярный автор, популярный человек – вот, это ничего не значит, если это не связано с Кришной. Кришна говорит, все, что не связано со мной, это иллюзия, когда он в Брахме Чатуршлоку, четыре главных стиха Шримад Бхагаватам объясняет, он говорит, знай, Брахма, все, что кажется тебе реальным без связи со мной, есть майя, проявление иллюзорной энергии, отблеск света во тьме, просто отблеск. Как солнечный зайчик. Солнечный зайчик – это не солнце, понимаете? Это просто облеск света во тьме. Солнечный зайчик обозначает, солнце где-то есть. Но солнечный зайчик – это не солнце. Вот, потом, и в данном случае, если человек не видит связь между солнечным зайчиком и солнцем, это обозначает, что он в иллюзии находится. Понимаете? В иллюзии. Вот, поэтому, когда живые существа не понимают, что все, что есть в этом мире –
привлекательного, все исходит из привлекательного Бога. И смысл не в том, чтобы достичь какой-то там, не знаю, абстрактной свободы, а Бог нам в этом плане просто некий какой-то инструмент, да, типа вантуса, там, которым туалет пробивают, да, вот, то он помог нам решить проблемы, да, но за что же мы поклоняться, мы же вантусу не будем поклоняться, все, так же, зачем нам этот Бог, да, вот наше главное дело, так сказать, это свобода. Это опаснейшие вот такие вот имперсоналистские заблуждения. И самое опасное – это то, что люди не видят в них никакой опасности. Самое опасное – то, что люди не видят никакой опасности. Вот, когда они, мы видим, что на пачках сигарет написано «курение убивает». Плевать хотели люди на это, они курят, да? Им пишут, что алкоголь убивает. Плевать они хотели, они пьют. Вот, им сообщают какие-то идеи, которые люди совершенно без всяких, так сказать, размышлений легко глотают, потому что эти идеи им приятны, они выполняют их желания. То есть это обозначает, что у людей фактически очень слабый разум. То есть то, что Сута Госвами говорит в самом начале Шримад Бхагаватам, люди Кали-Юги, они неразумные, неудачливые, короткая память, да, короткая жизнь. То есть они не способны отличить реальность от иллюзии. То есть, вот, кучу всего они слушают, какое-то знание, да, читают, вот, но это не то знание, которое отличает реальность от иллюзии. С самого начала Шримад Бхагаватам сказано, что это знание именно, которое позволяет отличить реальность от иллюзии. И далеко не всякое знание помогает отличить реальность от иллюзии. Есть такое знание, которое само рождено из иллюзии. Вот, и поэтому оно является проводником этой иллюзии. И иллюзия может быть вполне логичной, она может быть хорошо структурированной, эта иллюзия, понимаете? Вот, и поэтому она обладает определенной жизненной силой, эта иллюзия. Вот, и поэтому так важно, чтобы то, что мы получаем в качестве духовного знания, приходило к нам именно через сампрадаю. И когда мы говорим об освобождении, мы не против освобождения, но это освобождение от кармы, это освобождение от сил времени, это освобождение от влияния гун природы, это освобождение нам необходимо для позитивной деятельности, для чистого преданного служения, а не просто освобождение от всего. И вот, к сожалению, сейчас очень много этих всех различных таких заблуждений, которые поначалу очень похожи на правду. И люди, большей частью, совершенно неразборчивы в этом плане. И они очень доверчиво и легко поглощают все эти вещи. И, как сказано в Ведах, молоко, которого коснулось жало змеи, превращается в яд. Вот точно так же есть различные так называемые садху, или точнее псевдосадху, которые по видимости говорят истину, но поскольку их слова, они, так сказать, исходят не из сампрадая, не от Кришны, не через традицию, а из собственного сердца, оскверненного невежеством, желанием чувства наслаждения, это все превращается в яд, хотя по видимости кажется внешне, что это какое-то духовное знание. Поэтому так важно, слушая что-либо, читая что-либо, сначала понять, откуда это идет. То есть это учение сампрадай, это соотносится с традицией, либо это, может быть, чьи-то, так сказать, харизматические и привлекательные, но собственные эгоистические идеи, не имеющие связи с Богом. Харе Кришна. Вопрос? Как обрести веру в то, чтобы заниматься деятельностью, которая позволит дальше эту веру развивать? Вера в любом случае присутствует в нашем сердце. Только в одном случае это будет либо вера в материальную энергию,
Если мы материалисты, в другом случае это будет вера в духовную энергию, если мы трансценденталисты, и качество этой веры зависит от нашей кармы во многом. Люди с материалистической кармой, которые никогда не соприкасались с духовностью, они, естественно, будут иметь веру в материю. Люди, которые имеют какое-то духовное благочестие, у них есть шанс развить веру в духовные цели и методы. Но начальный этап духовной жизни называется нетвердым, каништха. Почему эта вера нетвердая, еще называют ее комала шрадха или мягкая вера? Потому что вот это как, знаете, такой росток, вот он вылез только, он такой нежный еще, допустим, когда уже выросло дерево, которому 200 лет, да, и вот он будет неделю рубить, оно такое уже, его не срубишь, оно твердое, да, вот крепкое. Вот. Но если какой-то росток только вылез, естественно, что он нежный, его легко можно раздавить, уничтожить. Вот точно так же и начальный этап духовной жизни охарактеризуется тем, что вера есть, но вот как маленький только родившийся ребенок, он нуждается в защите, в заботе, вот, или росток, он нуждается в том, чтобы как-то его кто-то ограждал, за ним ухаживал. Вот, также и наша начальная вот эта комала шрадха или мягкая, нетвердая вера, она нуждается в определенной защите. И начальный этап этой веры, он всегда еще сопровождается различными сомнениями. Самшая – это сомнение означает. И сомнение – это то, что сдерживает наши усилия. Допустим, вы хотите купить какую-то вещь, и вот вы уже деньги с собой взяли, вы стоите и смотрите на нее, но пока не решаетесь. Вот что является фактором нерешительности? Почему вы сейчас боитесь эти деньги достать и выложить, полностью отдать? Сомнение. Вы думаете, так, вот я хочу купить эту вещь. Насколько она качественна, насколько там серьезны гарантии, насколько вот это действительно поможет мне решить вопросы. Если вы имеете полную веру, все хорошие рекомендации, что, допустим, человек покупал эту вещь или там какой-нибудь компьютер, он очень надежный, очень там производительный и прочее, 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 да, все, вы как бы уже, у вас нет никаких сомнений, вы сразу выкладываете деньги и все, вы вкладываете веру, понимаете, все, нет никаких сомнений. Но если, допустим, там нет каких-нибудь хороших отзывов по этому товару или вы сомневаетесь, что-то еще, вы стоите и вроде бы вам хочется, но какие-то силы сдерживают вас, то есть сомнения обладают способностью сдерживать наш энтузиазм, сдерживать вот эти вот наши решительные шаги в каком-то определенном направлении. Вот, поэтому сомнения и вера, они на начальном этапе соседствуют, то есть они находятся в нашем сердце, и часть нашего сердца освящена верой, знанием, но какие-то уголки нашего сердца, они еще являются темными, то есть это вот как, допустим, помещение большое, маленькая лампочка, значит, какой-то свет есть, но этот свет, он не способен еще осветить все уголки этого помещения. И поэтому вы не знаете, что там, вы выходите вокруг этой лампочки, какие-то темные углы, вы не решаетесь пойти еще, да? Вот. Но если, скажем, интенсивность света возрастает, напряжение там, вот, высокое или лампочка мощная, все, теперь все уголки этой комнаты освещены, и вы свободно и уверенно двигаетесь повсюду, понимаете? Потому что свет, знание, он разрушает сомнения. И у вас есть опыт какой-то, вы везде побывали, теперь вы уже уверены, теперь вы уже как бы нет никаких сомнений. Поэтому развитие веры и уничтожение сомнения – это, скажем, процесс, который одновременно идет. И вера наша, она зависит от качества нашего общения. Если мы общаемся с людьми в духовном плане опытными, которые уже двумя ногами твердо, так сказать, утвердились брахманишка в духовной жизни, то мы чувствуем себя рядом с ними защищенными. В каком смысле? Мы чувствуем, что
с этим человеком, ну, он может прояснить все наши сомнения, он может нас успокоить, может нас вдохновить, но нет никаких трудностей, потому что он уже прошел этот этап колебания, то есть его вот эта вот шрадха уже не комала, она уже не мягкая, она уже ништха, твердая. Понимаете? То есть он прошел этот вот этап развития от начальной веры до твердой веры. Да? Ништха обозначает, что в его сердце уже многие вопросы решены. То есть процесс анартха неврити активно идет. Может быть, он еще не закончен, но он активно идет. Это обозначает, что основные вещи какие-то они уже ушли, и уже нет таких серьезных помех для духовного развития. Понимаете? Поэтому, если нас интересует вопрос освобождения от сомнений и укрепления веры, что важно, потому что именно сомнения сдерживают наши силы, не позволяют нам предаться полностью, сделать такой окончательный шаг к Кришне. Вот, то здесь решающим является качество нашего общения. Что мы слушаем, что мы читаем, с кем мы общаемся, в конце концов, кому мы служим, понимаете? Служение – это, пожалуй, самый важный фактор. То есть вот в этой истории Шримад-Бхагаватам, Нарада Муни, он еще был ребенком, но его мать, скажем так, она сама служила этим махатмам, великим душам, и его как сына задействовал, ну, как помощника, естественного помощника. То есть он, может быть, не осознавал на начальном этапе, что он делает, кому он служит. Вот. Но поскольку он оказался вовлеченным в служение, то как благодарность за это, естественно, благодарность за это служение, такие личности, они способны дать нам благословение. То есть их благословение – это не просто какие-то абстрактные вещи. Это как раз они и делятся частью вот этой вот своего осознания, качества своей веры, своего вот этого вот состояния сердца, твердости, энтузиазма, вдохновения, становится частью нашей реальности, понимаете? Читать, слушать – это все очень важно, но это пассивные формы служения, пассивные формы служения. Когда мы от пассивных форм служения переходим к более активным формам служения, вот тут уже процесс немножко начинает ускоряться, понимаете? Вот, поэтому вот для того, чтобы качество нашего сердца изменилось, чтобы в нем было больше веры и меньше сомнений, для этого у нас должен быть контакт с людьми, в чем сердце, больше веры и меньше сомнений. Никакой другой технологии не придумано, понимаете? То есть вот наша традиция такова, что когда, почему сказано, допустим, опять же, про принятие духовного учителя, парипрашнина севая, задавай вопросы и служи ему. Задавай вопрос – это пассивное служение, севая – это активное служение. То есть парипрашнина означает, я проясняю теоретическую часть, да? Севая обозначает, что я теперь эту теоретическую часть, проясненную, воплощаю в служение. Парипрашна – теория, сева – практика. То есть вот эти вот вещи, они, скажем так, вместе идут. И когда, скажем, человек вот именно имеет эти две части, и пассивное преданное служение, то есть он впитывает, вбирает, слушает, читает, да, и потом это все реализует в практике своего служения, в практической, в активной части служения, вот тогда и меняется его сердце. Тогда вот эта вот вера, скажем, становится более твердой, ништха, сомнений становится все меньше и меньше. Еще вопросы какие-то есть? А? Зародиться вера может по-разному. Чаще всего она зарождается из двух, на основе двух компонентов.
Первое – это то, что сердце человека немножко уже готово, то есть какое-то сукрити благочестие есть из прошлого. Благодаря этому он оказывается в обществе людей, которые на эту тему говорят. Скажем так, когда дерево подсохло и к нему подносят огонь, оно легко возгорается. Все. Если благодаря, скажем так, вот какому-то сукрити прошлого, скажем, человек дозрел, да, теперь он попадает в общество, где на эту тему говорят, ну, какой-то духовный огонь, раз – из искры возгорелось пламя, да, то есть появился, так сказать, начальный вот этот вот старт, духовная жизнь пошла. Но теперь мы знаем, что огонь может как загореться, так и погаснуть, теперь его поддерживать нужно. И поддержание огня – это особая тема, особая тема. И у нас у всех когда-то этот вот огонь веры разгорелся, но теперь его необходимо сохранить и усилить, приумножить. Без сомнения, мы ссылаемся на шастры. Может быть, в какой-то новой аудитории люди, которые не очень могут оценить там какие-то ссылки, санскрит, там, туда-сё, какие-то названия, если будет там какие-то, говорит, такая Упанишада, такая Пурана, может быть, это ни о чем им не скажет, да? Может быть, вы даже какими-то своими словами это как-то прозвучит даже, может быть, лучше, но по меньшей мере эти ваши слова, эти ваши формулировки, они все равно будут основаны на этих вот писаниях, да? Потом, позже люди смогут спросить вас, а откуда это, что это? Вот, если они проявляют какой-то интерес, тогда вы говорите, вот, есть первоисточники, то-то-то-то. То есть здесь необходимо смотреть на аудиторию. Если вы сразу завалите их санскритом, вообще, так сказать, вот, ну, они скажут, ну, понятно, человек знающий, мудрый, но для нас это неразгрызаемо. Вот, поэтому здесь необходимо учитывать уровень аудитории и так далее. Вот. Если аудитория ценит все эти вещи, окей, тут приветствуется все это. Если аудитория, может быть, не очень готова ко всем этим вещам, вы можете говорить своими словами, но на основе всего этого. Вот. Поэтому никто не отменял здравый смысл, никто не отменял логику, никто не отменял эмпирических доказательств. Мы не отказываемся от других типов доказательств. То есть мы говорим, что есть три доказательства – шабда, да, анумана и пратьякша. Да, то есть эмпирический опыт, логический вывод и шабда. То есть мы ничего не имеем против эмпирического опыта, и мы ничего не имеем против логики. Мы используем и такие, и такие, и такие аргументы. Но основой, для чего мы используем, приводим какие-то примеры, не знаю, из жизни или из науки, которые очевидны для всех, да, для чего мы используем логику, только для того, чтобы в конце концов указать, что вот эти же истины, оказывается, они были провозглашены, они есть в ведах, понимаете? То есть мы используем вторичные вот эти вот методы доказательств, для того, чтобы в конце концов привести людей к шастрам, понимаете? Если люди сомневаются в шастрах, в том, что сказал Бог, окей, мы приведем, что сказал там какой-нибудь академик, да? Чем Бог лучше академика? Он не лучше, вернее, академик лучше Бога? Академик не лучше Бога, да? Но если люди верят больше в академика, то мы приводим в слова какие-то академика, а потом говорим, видите, это же самая идея, которую некий академик сказал, она имеет свои корни в шастрах, там то же самое. Они говорят, а, ну да, если между этим академиком и шастрами какая-то параллель есть, уже все, так сказать, мы начинаем понимать, что да, есть какие-то другие. Вот поэтому мы не против эмпирики, мы не против, так сказать, логики, если они плохи, их бы не было вообще. Они есть, понимаете? Вот. Но смысл в том, чтобы привести идеи людей, так сказать, вот, что есть божественная логика, есть, так сказать, его, вот эта вот идея, есть его мысли, которые изложены в шастрах. Поэтому мы можем использовать все формы. И, допустим, если мы просто сейчас будем какими-то догмами говорить, я согласен с этим вот дядькой, он говорит, что если нам просто дают какие-то религиозные догмы, они замораживают наш разум, правильно? Если под этой догмой нету комментария адекватного, понимаете? Который объясняет, что это утверждение вед, оно вполне обосновано. Если нам просто сказать, не ешьте коров, могут сказать, что это догма, да, религиозная. А если под это написать объяснение, вполне разумная, и на эмпирических фактах, и логически построенная. Теперь эта догма, она уже не замораживает наш разум, она как раз размораживает наш разум. Да? То есть мы начинаем понимать это утверждение, оно не мертвое, оно имеет какое-то определенное живое, так сказать, пояснение, какой-то смысл. Вот, поэтому методика аргументирования, доказательств или методика подачи информации, она может варьироваться в зависимости от аудитории, но сами мы должны стоять как бы на твердой сиддханте, то есть основой нашего мышления должны быть учения сампрадая, традиции. Но как мы уже излагаем,
на санскрите или на современном языке, больше цитирую или меньше цитирую, или какими-то своими словами. Это уже зависит от необходимости от аудитории во многом. Да, то есть сиддханта, окончательный вывод традиции, это основа, без этого вообще не о чем говорить, понимаете? Вот. А метод подачи, он может быть разным, понимаете? Если вы читаете лекцию в детском садике, это одно. Если вы читаете в доме престарелых, это другое. Если вы читаете в доме ученых, это третье, понимаете? То есть вы можете варьировать языки, примеры, там, какую-то аргументацию, в зависимости от того, с кем вы общаетесь. Но сам смысл послания, он не меняется в любом случае. Да. Вы сказали, вера зарождается из двух компонентов. Первый – это сердце, которое чистит. Что-что? Вера зарождается из двух компонентов. Первое – это сердце готово, там было чистить. Первое – это что? Сердце готово. Да, а дальше что? Вера обозначает, что мы совершали какие-то благочестивые поступки в прошлом, воздерживались от греха, то есть то, что Кришна говорит в 7 главе Бхагавад-гиты, то те, кто совершали благочестивые поступки в прошлой жизни, в этой жизни, чьи греховные действия прекращены, те могут с верой осветить себя служению мне. То есть благочестие прошлого – это платформа или, скажем так, почва, вот, а второй компонент – это общение, понимаете? Вот это Шрила Прабхупада приводит такой пример, что вот мужчина и женщина, как рождается ребенок? Как рождается ребенок? То есть женщина и мужчина, они должны быть, так сказать, оба в таком здоровом детородном состоянии, понимаете? Тогда и женская половина, и мужская половина, соединяясь, они порождают жизнь, понимаете? То есть мы начинаем пробуждаться как души, когда мы готовы, вот, то есть мы как бы в состоянии пассивной готовности женской, понимаете? И учитель или какой-то там святой человек, он в состоянии активной мужской готовности. И вследствие этого соединения возникает вот нечто, так сказать, начало новой жизни нашей, жизни уже в Боге. Но один без другого может существовать? Один без другого может существовать, но нет динамики развития. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.